Церемония награждения лучших педагогов округа прошла в Одинцовском центре эстетического воспитания. В ней приняли участие первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина, депутаты окружного совета депутатов от «Единой России» и сотрудники администрации муниципалитета. Заслуженные награды получили победители 7 профессиональных конкурсов. Это «Учитель года», «Воспитатель года», «За нравственный подвиг учителя», «Педагогический дебют», «Сердце отдаю детям», «Педагог-психолог» и «Педагогический марафон». Лариса Лазутина поблагодарила лауреатов конкурса за верность своей профессии и творческий подход к своему делу и пожелала им дальнейших профессиональных успехов.